дорога на остров Шкота. Нормальная такая. Кузов отстегнулся. Ветки царапают, ветки царапают, кто там орал? Да о чем ты говоришь? Надо попробовать тут объехать. Ты посмотри, зайди в этот навигатор. В любой. Это парковка бесплатная в лесу. Для тех, кто не хочет платить за въезд на базу. Вот она, коса. Ну, такой, Саня. И остров Шкота. Да что, Саня? Немного туман на море, конечно, еще остался. Справа острова. Архипелаг императрицы Евгении. Идем. Половину прошли уже героически. Ну вот вода почти доходит. Чуть выше колена, в общем. Но если идти вон там вот, не там где-нибудь, слева чуть-чуть, то уже будет по пояс. Видно, конец косы, начинается волнение небольшое. Привет, Савка. Курим немножко. Есть. Ну, минут 10 занимает это расстояние, метров 100. И тут даже теплая вода. Какие-то квадратные комнатушки. Вон они идут аж по всему побережью. Вот это все остров Шкота справа. Это прям спереди мыс Табизина. Можно прям кое-что увидеть отсюда. Какой-то катерок там стоит рядом. Камень-палец, который был у нас в бухте Песчанки. И такая широченная тропинка, хоть на машине едь сюда. Вы нашли тюленя. Что делать? Слева казарма. А вот, и справа тоже. Городок артиллеристов батареи номер 904. Смотри под ноги. Южные скалы. Это тебе не бубльгум. Смотри, вертолет. А, ну что, как мне? Маленький такой, что ли? Да это скорее туристический какой-то. Сейчас тема стала это, такая развитая. Бескрайний Тихий океан, Японское море. Так идешь. А слева обрыв 70 метров. И вон там у ребят такая же история. Ну а вот это что за острова? Это вот как раз архипелаг. Ну, русский заканчивается, а потом начинается Попова. Ну да, наверное, это вот там начинается Попова. То Рикарда просто, да? Спереди это Рейники, а за ним Рикарда должен быть, по идее. Ага. И вон то дальше, вот это вот большой слева Карамзина. И вот эти острова, все четыре, там Желтухина. А там везде Япония. Ты знаешь, сколько расстояние до Японии отсюда? До Японии? Ну. 1003, наверное. 700 километров. По прямой? Да. 700? 700 километров по прямой. Что, это Хабары, что ли? Ну, получается так. Подходим к маяку. Конечная точка нашего маршрута. Фух.
Ого. Кто здесь был? 2021. Гондоны лежат. Все как надо. Кому надо. В первую очередь. Смотри, щель. Урони. Ломик будет с собой взять. Кто там? Кто там? А внизу там что, ничего? Один раз живем. Быстрее лезть тогда. А почему быстрее? Пленка закончится. Пленка кончается. Да. Оп-оп-оп, Форт Боярд. Ключ за ключиком, Саля к старцу фура лезет. Я король мира. Давай танцуй. Все, выключай, Саня. Вот он, маячок. 4 метра он высотой, да? Малек. Нормально, да? Я заснял. Отсюда можно спрыгнуть 240. Навел? Сейчас я сальтухой сальту назад. Давай, сальто. Как-то да высоковато. А я вон туда сейчас сыгану. Надо в тапку. В смысле, прям все туда, в ад? Все, что, погнали? Это зенитная батарея. Железный. А что? Тут как будто бы забаррикадировали проходы или что? Первый раз вижу столько подорожников. Все около тропинки прям так. Как будто бы их специально, наверное, садили. Короче, 6 километров туда-обратно до маяка, вот, от косы. Вот такая база. Там псы. Красавцы.